Как у тебя батю звали, ты говоришь, Сейлор Мун, блядь? Все. Нет, это жестко. Батя Руби. Такой этот, назревающий вопрос, а как тебя зачали тогда? Под аниме, блядь. Вот вы хейтеры аниме. Получается, блядь, получается вот эта тёлка с сценой моё, блядь, ну как бы и зачала его, блядь. Под луной, нахуй, блядь, когда волки выли, блядь. С помощью лунной призмы, блядь. Да, это сильно, нахуй, у меня слезки потекли. Собрались, собрались. На вов удалять. Этот, смотрите, тогда получается шо. Играем руку. Мораль, ты стойку ледяную включи. Саня, дай мне, пожалуйста, ассиста, чтобы я мог, блядь, метку ставить, нахуй, под, на букве, блядь. Сейчас начинаем бить босса, мораль и воет. Вы там стоите, как обычно, ну, возле грудака, никто никуда. Хуячим просто руку. Рука вышла, ханты на пул дали в артстайл, артстайл мобов завел, РДДшники их залили. В этот момент все милики ебеним грудак, мобов разбили, РДДшники в грудак. И все, так играем. Рука грудак, рудака грудак, вся хуйня. По ХП, смотрите, когда, блядь, будет пиздец полный, блядь, там, соответственно, Мишаня, не жалей, сокру, Егор тоже, и Лёша, Агонист и Макс, если видишь, что пиздец, тогда, блядь, ебашьте нахуй этот. Что мне нажать, да, блядь? Да, нажми, да. Все, нажал. Попробуй, ну, сейчас прожимаю. Вопросов нет. Да, хорошо. Я скажу гимн, первый гимн дает литературе, потом Максим, потом Агонист. Услышали все? Лёша, ага. Максим, Агонист. Все. Да, все да, были да. готовы, работаем. Артстайл МТшит. Артстайл и МТшит руку. В руку все поехали. Геру. Взор, убегай. Арчибальд, блядь. Куда Женёк вылетел? Вот, спадут. Прохиливаем рейд. Блядь, забыл саппорты раздать. Так, милики, отошли от руки, бьем грудак. Ханты приготовили. Блять. Доиграйте руку, милики. Подставил, отводи мобов, отдай полтос. Расовый стан. Все, залили, блядь. Поехали. Мобов. Вася, подними Марлу. Марлу подымешь Агониста. Гимн на ХП. Максим, дай гимн на ХП. Забафали Агониста. Возрождение руки будет через 5 секунд. Без команды сразу. Свич по ней работаем. Выросла рука, в руку поехали. Так как ты умираешь, Марлу? Ну, блядь, второй раз, ебать. Ну, бафов каких-то нет. Так, а первый раз? Что, тоже бафов не хватало? Раз он под прок попал. Ба, это пиздец. Вайп упали. Прыгайте. Женёк, что у тебя там нахуй за хуйня? Прыгайте вниз нахуй под босса. Так просто на босса заходите вниз. Женёк, что у тебя там за хуйня, блядь? А что-то он писал, что вылетает по КД у него. Сапроты, блядь, нахуй. Никто не выпил, блядь, никто не сказал, блядь, дохните, как бомжи, блядь. Ну, типа, не сразу отбегаете просто, и вот вы лишний урон лутаете от взгляда, вот и дохнете. Типа он топнул, у вас осталось там ХП, не знаю, 5000, вы, блядь, не успели отбежать, все, умерли от луча.
Ну, под щитами так не должно пробивать, это без щитов там не было. Ну, может, ну какая разница, не отбегает в этом факте. Вас сильно ебашут, если вы, ну, стоите. Там нереально прохилить. Время, деньги, друг. Пока. Женек, ты в Дискорде, нет? Что у тебя там получается, нет? Обмен, да, не стесняемся. Так, Венесса, дай. Кому еще саппорт нужен? Нихуя. Грудя, Марлу, Ладомир, Суф, Венесса. Кому еще надо? У меня есть все. Я тоже сейчас припью. Огонь, ой. Неплохо. Я, конечно, неплохо, я, блядь, друидом нахуй неделю собирал, блядь. Сейчас на халяву всем разду. Я ни одной фласки с ГБ никогда не взял. Надо еще кому-то, нет? Ну, все взяли. Все, кушайте рыбу тогда, проверяйте бафы. Кулака не вижу по роге, Мишаня. Да, и крик на ХП, Тоха, не проебывай. Где там Женек? Среза нету, то он все время, блядь, давал. Женек вроде тут, не? Да он вон, это... Он же говорит, вы прислушайтесь. Не улагает. Или вы не слышите реально? Он микрофон не нажимает? Слышим, слышим. Вот, блядь. Вы там заебало кто-то. Или что-то. Поставьте шкаф. Там, может, вон не чайный есть, или кто там был. Так, Сумоню, дайте эсэсэн по Асмодею. Ой, Асмодей по Суфу и Безвредный по Марлу. А, вон Арчи пишет, что завис. Лагает, типа. Если пишет, короче, просто уйти надо, вот он и пишет, ебать. Пиздобол, да, очередной? Это вирус говорит. Понял, блядь. У меня одного все в стену бегут? Нет. У них вирус. Всех лагают. Еба лаги, нахуй, я хуею, бля. Просто забегают, половина всей в коровах пропадают, ебать нахуй. Тут, блядь, сука, стая коров хуярит. Дох, подключайся, тут тебя не хватает. И ладно, разделились по флангам, блядь, нахуй, перекрыли полностью все. Все, разлагало, пацаны, возвращаемся. Артстайл, Женек, Лоя. Все тут. Женька. Проверяйте бафы. Пристабаф. Кого? Дайте пристабаф. И на ХП. Женька не суманули. Или так тут? Как не суманули, он тут, блядь. Ну, радар тупит. Я его вроде суманил. Опять нет, вылетел. Всё, я говорю, он нет вылетел. Его. Да что за хуйня, блядь? Женек, опять нахуй, блядь, что-то выкидывает или что, нихуя, или ты уже релогайся? Ну давай тогда Женька заменим на сову. А кто сова как ник? Нечаянно. Mm-hmm.
Жека, прощай. Бля, две минуты, ребят, подойду. Даже меньше. Асис, дайте по сумону. Нечаянно уже друид, ебать, 42к. Алло, привет, пацаны, блядь. А на в данном гире можно захуячить у друида 1060 хп, блядь. Две трини на хп, все профы на хп, блядь. Тут. Нечаянно, а сколько у тебя крита? Пять ка где-то. Что-то слабенько. Я смотрю, весь шмот почти на крит, нахуй, кроме пухи, блядь. Шеи. Ну, немного, скажем так, у него шмота без крита, блядь. Ладно, ставьте рыбу, ешьте рыбу, нечаянно. А, у тебя есть? Все. А, две минуты. Не, ставьте, блядь. Рыба стоит, покушайте, кому надо, обновите там бафчик. На тебе на всякий случай эту хуйню. Да, Макс, поставь огурцы на всякий случай, если совсем уже пиздец, нахуй, жрите, блядь. Жрите, так сказать. Возьмите все огурцы с правой стороны, с левой стороны стоят. Сметанка, ты где? Все были готовы. Давай, Войд, Мораль, поехали. Артстайл под руку. Все в руку, Геру с пула даем, работаем. Прохиливаем. Бля, ну я гимна дал. Я что-то перепугался. Крика на хп нет, или чё? Дох. Всё, есть? Угу. Всё, стопнули по руке, бьём плиту. На пулы пошли, артстайл собирать. Прохиливаем, прохиливаем, прохиливаем. Сейчас будет волна, если ДБ мне пиздит. Пиздит. Дал сокру, Егор. Вот, видишь, он, короче, через 5 секунд, блядь, нахуй, после того, как ДБМ скажет. Он сокру и гордал, но вообще нахуй по рейду не уебало, нихуя. Рука выросла, в руку, поехали, работаем. Все в руку. Вообще ДПСа нахуй в руку не вижу. У меня вообще ДПСа нахуй нет, одни промахи, блядь. Я лишу тебя жизни.
Больше, больше, больше в руку. Кто там руку не бьет? Прохиливаем рейд. Им на ХП гонись. Сейчас, за мной лазер. Хорошо, потом. Уже не надо. Уже не надо, да. Циклоп, ебаный, блядь. Стопнули по руке, блядь. Играем плиту, милики. На пулы отдали в артстайл, артстайл отводи. Прохиливаем рейд. Артстайла держи, Владимир. Марлу подними, какой молодец. Сразу бафы ему дали, фу, быстро, блядь. Стамину, ХП, лапу, кулак, всю хуйню. Прохиливаем рейд. Побежали, побежали. Да даю, нет, ты, друид, друид, уйди туда, друид, не беги, блядь. Гимноману даю, гимноману даю. Давай, потом ставим. Рука выросла, в руку пошли. Все в руку, быстро. Метку на него поставил, череп. Кому там не видно. Не успел, Сань. Суф, подымай Сашу. Забафали мага сразу. Каска, пристабаф, лапа, побежал. Бьем, бьем, бьем руку, он сейчас взял, надо 300 на дамажи. Че, ничего, Арт, у тебя время будет. Давай сразу собирай мобов. На пулы дали ханты, прохил, сокру. Бьем все грудь. Мобов сейчас залить, главное. Забери моба, забери моба. На пул дали ханты. Прожмись там, артстайл. Доигрывайте мобов РДД. Быстрей. И поехали все в левую руку. Все в левую руку, быстро. Эй, зачем ты забежал в рейд, точнее? Быстрей, 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 руку, быстро, лям, ебан. Прохиливаем. Все. Хорошо. Я релогнусь, у меня автоатака багнулась. Хорошо. Так, а что мне нажимать? Вот так миллион раз отмена, нахуй? Да, да. Ебать! Что там упало? Самолет? Левая рука упала, это красиво, нахуй. Так, ладно. Отведение удара. Дайте. Ты по ним потом по всем этим шмоткам правой кнопкой мыши тыкаешь, короче. Они все добавляются тебе в аддон. А, ну подожди, просто второй кнопкой нажать? Да, правой кнопкой мыши тыкаешь. Они все добавились у тебя типа в аддон, видишь, да? Потом смотришь по приоритету, либо ну, там, по ролу. Нажимаешь на человека правой кнопкой мыши, и ему так, там... Так, подожди, отдать... подожди, подожди, не спеши. Я нажал на эту хуйню. Что мне нажать? На самому пас, блядь? Ну, как хочешь. Надо, если то. Да, мне нахуй нет. Ничего не надо. Пас, пас, ну, все, пас. Пас, пас, да, да. Так, это первый у нас что, формула, да, вот эта хуйня? Да, правой кнопкой мыши и типа... Кто у нас с энчантом, блядь, с гильды давно, блядь, Лоя. Находится тут? Лоя. Да у тебя уже есть, нету. Да? Можешь Лоя отдать, типа. Да я буду скидывать энчант, я решил. Хорошо, как ему отдать теперь ее, блядь? Правой кнопкой мыши по нему нажимаешь. Отдать лут бесплатно, там, видишь? Написано. Отдать лут бесплатно. Ну или там, да, рецепт он так и все, так. Все, хорошо, ебать.
Чё с этой книгой? Она нахила, да, скорее? Так, что тут эту перчатку? Никому нахуй не надо, да? Там, видишь, если у тебя пишет синенький, ну там типа, ну там видно у тебя, кто я вижу, нажал, зелененький. Дайте ей. Отдать лут бесплатно. Так, это тебе перчатку дал, правильно? Да, да, все правильно. Так, так. Винесса, ты мейнспек нажали на руку. И ну, дай Винессе. Она с хастой, Саша, с духом. Саша, хорошо. Ну, дайте минут на 20-30 и возьмите с чужинками. Отдать лут, сколько она стоит? 99, правильно, блядь? Там написано, прям должно быть у тебя. Отдать лут, нажимаешь правой кнопкой мыши, да, там написано. Отдать за столько-то. Вот все, все по сути. Хуй, ну два въебало разу. Не знаю, почему два. Один раз должно быть. Ну, я вижу, что два написала. Ну, я не вижу, что два. Бля, нихуя я перчин проебал, блядь. Мне они не показывались. Какие? Ну, вот эти вот. Кольчужные? Левая рука. Нет. А, левая рука, все, извиняюсь. Бля, я хуею. Так, ладно, что с этой хуйной? Тебе нужен этот? На офспек? Мега. Мига, амига, нет. Да похую. Мияги. Все, это Донадис отдаю. Тебе не надо этот дох с арпой, с хостой. Все хорошо, тогда Саше отдаю. Ну вот. Ладно, бля, я раздуплюсь. Только я не понял, что за прикол, почему она дала два раза ГП начислила. Санек, может мне на шамана взять левую руку, а то у меня щит вообще хуйня. Нет. В смысле, блядь, с духом, с хостой? Да похуй, у меня щит вообще залупа, блядь. Это друг, ну, так, щит есть тут хороший, который падает. Что, бить будем, мобов? Пока он упадет. Давайте, ну, с роботов десятки залутаешься, 19, там хороший щит. Да, братан, сейчас рыло разблокируешь, нахуй. Да я рыло разблокирую, смотри, нахуй. Щит. 19-й щит. На халяву, без АП, без нихуя. Бля, ну чё там, нужен, нет, или я пошёл? Кто я это говорит? Женёк, что ли? Блядь? Нахуй, да. Женёк. Мы шролили, чё ты орёшь? Чё? Заходи. Да я зашёл, ну как он без тебя? Пишу в рейд, блядь, там. Сколько раз. Ж, братан, ну с таким микрофоном, как у тебя, блядь, это просто пиздекшен, нахуй, какой-то, блядь. Его что, врыв-то бить будем, да, лучше пиши. Что, я нужен, говорит, или я нахуй пошел? Прием, вот прием. Просто огонь, блядь. Бить будем, сейчас, мобов? Подожди. Конечно, будем, блядь. Давайте, пока она далеко, цепляйте, блядь, двоих мобов и подводите сюда. Встаньте за угол. Артстайл, давай, вот сюда мы становимся за угол, блядь. Или лучше дальше, я не знаю, дальше куда-нибудь. Ладно, похуй. Я надеюсь, босс не сагрится. Заводи сюда за угол, отставил. Сюда. Не налево, направо, блядь. Да не, все правильно будет, чё их. Вон туда пусть ставит их, да. А, ладно, нормально. Главное, да, чтобы босс не сагрился, блядь. РДДшники, играйте аккуратно, блядь. Милики там тоже. То есть, милики нахуй аккуратно. Да. Понял, блядь. Вон, пока в череп играйте. Ладно, я попытаю удачу, блядь. А кто будет... Кошатницу там МТ-шить. Кошатница, да, будет МТ-шить. Я у Ксарончика запустите, ребятки, кайфово будет. Как волшебник, нахуй, тогда. Да. Я все помню, блядь. Давайте по второму мобу. Да, давайте уже по-другому. Сейчас будет сильно, если босс сагрится, ибо. Войд, отведи на всякий случай чуть-чуть, ну нахуй, блядь. Это сейчас, блядь, вот это у сметанки собака, нахуй, неконтролируемая, как ебанет нахуй туда, блядь. Бешенство, да, который болеет? Петуш, который, да? Петуш. Да. Вот я нихуя не понимаю этих мобов. Они то ебашат, что, сука, дурные, то вообще стоят как банки ебаные. Может, просто кто-то прожимается, я хуй знаю. А кто-то не? Да не, просто перед лицом типа не надо стоять, ну вот, в стенку их упирать надо, так хуй знает. По второму. Играйте, да? По второму. Череп на него переставил, по черепу играйте. Это я так скажу, Гавай, мне Вайда легче хилить, чем столов.
Может, потому что кто-то умеет кнопки нажимать? Ну, я и говорю, ну... Просто кто-то... Димону не говорите об этом, блядь. Да ему, блядь, уже 100 раз об этом говорили. Ну, вчера ты слышал, как я на него нахуй орал? Позавчера, блядь. Там вообще... Где дефы, нахуй? А все, блядь! Охуенно, блядь! Я ж финалист битвы экстрасенсов, я уже знаю о том, что у тебя нахуй дефы закончились, блядь. Пиздец, нахуй. Ебать, цикавый, нахуй. Так, я, короче... Говорит, а все, у меня уже нихуя нету, блядь. Давайте быстрее потягивайтесь все сюда, блядь. Мы будем сейчас отсюда. Я, короче, СС по суфу, а я по этому. Так, мораль в танка, блядь. Или не, я не знаю, как. Она ставила одного нахуй служит, если мы в него сейчас напулим. Или нет, блядь. Или да. Или нет. Или нет. Нет, не служит, нахуй. Мы сильные пацаны. Нормально, блядь. Все, короче, все напулы нахуй в артстайла, но я имею в виду трэш. Вой тоже попробуешь на себя одного хотя бы отдернуть. Угу. Массакру, да, Сладомир, потом артстайл сам по себе, ну, то есть массакру, и Егор, чтобы они просто три не заканчивались, и мы должны за это время запиздить их, нахуй. В принципе, ДПС... Первый дадим с пула сразу. Да, ДПС, в принципе, есть, но я имею в виду клиф. А войско мы давали здесь, не помните? Да можно сдать, маги все копии прожимайте, по-любому, типа, без вариантов. Арчибальда нет, он бы нам нахуй Лима, блядь, позвал, нахуй. А это, артстайл тоже сразу там полтинник при пуле. Ханты, выйдите туда, поставьте, пожалуйста, трапу, блядь, только быстрее, пока она не дошла. Женек, зайди сюда, нахуй ты там стал. Все вот так, встаньте сюда. Я на себя черепок поставил, так прям, сука, в одну метку, просто близко-близко. Попочка к попочке, трёмся, так, блядь, друг от друга. Так, вопрос. Масфир только Винесса, да, дает? Но у нее она быстро кастуется, моментально. Грудя, по КД, по КД этот, тремор обновляешь, дох, на тебе сбитие кастов, ты один вар, больше никому. Я вард ставил на пол. Массакра, полтинник, Гера. А вот так твой мутик задристы шумеет, блядь. Разворачивай его к лестнице и все поворачивайся спиной. Маздиспел. Не растягиваемся, стали все, тремор обнови. Щит от фира на себя пристыкиньте кто-нибудь один, литературе, например. И сразу я потом уже, дашь маздиспел. Уже, отдавал, уже хорошо, отдавал. Хорошо, не надо туда. Стали все подъебало, кливаем просто это дерьмо, лужи там налейте. Поближе, поближе там. Плотней, плотней, плотней. Вот. Стан. Кота играем. Вышли, вышли. Вниз, 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 вниз. Смекалка, не надо вот этой, блядь, самодеятельности, блядь. Вот нахуй ты это сделал. Помогло? Потом прыгнул обратно на Максима и разорвал Максима. Охуенная идея. Отводи дальше будет. Сейчас в лужу в фире побежим. Никто ж об этом не просил, блядь. Я когда играл в Аронех, у нас такая штука приветствовалась, называлась «Привет, пятихатка», блядь. Это на X5? Да. Кота играем. И в Аронеях, и в Стронгах, и в Лойн Дефлойерах, везде такая хуйня была. И в Мурлоках тоже, кстати. Ведем, 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 ведем. Поднимай выше, клиф даем. Сейчас Войт на одну тут оставит лужу, потом проведешь до середины.
там оставим. Потом в следующем кругу и наверх пойдем спиной на лестницу. Защитник вышел, стан. Рейд прохиливает. Фир, мас диспел. Хорошо. Шире. Сразу под босса. Ты ж не один прист, да хуя приступ. Сразу под босса, а волшебник, что там не получается, блядь? Не убегайте, не убегайте, стойте. С кучкой стоим, чтоб он не мог прыгать. Скота. Повели. Ой, это тут на середине ставь, где узко, чтоб масс диспл хорошо дать могли. Да все, не веди. Все, отлично, а... тут и стоим. Масс диспл. Чётенько, блядь. Там уже скрыто. Стал. Стан. Ебашим кота на все бабки. Тапками нахуй. Да, он уже не такой страшный, у него 5 стаков, но убивать надо. Следующего можно не бить, я думаю. Не, будем бить всех. Масс диспел. И быстрее возвращайтесь. Кого бегом все под кота. Проводи. Стой, остановись. Стали все под морду. Васек, Марлу, подымай Венес. Крик на ХП обнови. Крик на ХП, сразу забафали приста. Тотем ставлю. Стан и играем по коту. Кучно все станьте. Масс диспел и быстро под босса, сразу резко. С кого сняли, сразу под босса, блядь. Че потом к куполу подойдем? В кучу. Да, наверх сейчас по лестнице поднимемся после как убьем его. Она не сведется на лестнице, я вот не помню. Нет, мы ее убивали в прошлый раз тут. И пошли на лестницу, спиной. Прохиливаемся, сакру. Поднимай наверх ее, тут вот на платформе, прям на, чтоб ровно было, не на лестнице она стояла. Во, супер. И стоим все под ножками, аккуратно. Кливаем. Давай, Кирюк, следующего, наверное, не убивайте же кота. Сейчас во время эфира разорвет человек 6, нахуй, мы вайпнемся, блядь, и будет вообще классно, блядь. Лучше кота убить, подняться наверх, а там уже ее добить. Этот последний будет. Он вышел, стан. Кто этого может... последнего убиваем, потом наверх поднимаемся и все. Кливаем. Вперед бегите, ультразвук сейчас. Все, вот здесь наверху стоим, добиваем до конца. Арт, когда выйдет котик, просто забери масс диспел. Встали все под лицо. Встали все кучно. Сейчас выйдет кот. Все, кливаем это дерьмо в большого стан. Босса просто нет. Ебашим босса, миллион. Масс диспел. Вот смотри, сейчас кот, блядь, если начнет прыгать, может хуево закончит. Ну, может, это прохать. Уже слабее в два раза. Да, он слабее, понятно, но все равно. Хорошо.
Ну, горшами плеч. Так, сфера это в ГБ. Давай тебе, да, Саня, закинь. Голова, кстати, боешься. Не, говно полное, бля. Да похуй, лох какой-нибудь докупит. Отдалась? Да. Так, поехали. В башку я отдаю этот, это ж БОЕ. Да. Зубило, это мне нахуй не надо. Это, кстати, Женек, если тебе надо, блядь, это как бы... Ну, так, не... БОЕ можно нидить или как? Нет, БОЕ я сейчас отдам Саше. А, пас. 1,5 плохо. А, это полтораха, блядь, Женек, прости. Тогда отдаю Саше. Или роги кому-то надо, я не увидел. Да, идем на Фрею сейчас. Ну, в портал идите сразу. Куда вы не спускаетесь, в портал. Так, плечи, я руки тебе даю. Тебе надо? Да, давай, что-нибудь придумай с ним. Неплохие. Вот смотри, ему ГП дал, а я теперь нажимаю отмена, бля. А, все, понял. Я могу оранжере просто... жизни. В прошлый раз нажал, понял, отдать, и нажал еще раз, окей, понял, два раза въебал. Еще, одну-две минутки можно ФК, пока там... Да, залетаем в оранжерею жизни. Сейчас этот. Делаем изи-мод, и тогда, наверное, все. А что, мимирон? Мимирона еще можно. А, подожди, еще ж мимирон, точно, то я гоню. И Фрею ебашим, и мимирон. Все, а потом, блядь, будем дособираться, будем попробуем собрание потратить, блядь. Ну, все, я дошел одну минуту. Слишком вкусный лут, ебать, скажем так. Бисовый пояс, блядь, сапоги какие, кольчужные. 39-й. Сметанка даже, мне кажется, может нахуй в сливки превратиться, если такие золотые, да, блядь? Пояс, топчик. Крит, меткость, спина, кстати, 39. Но с него много вкусного лута, прям очень. Все, что не падает, все охуенно, нету дерьма. Пояс, ладно, вообще сочный, блядь. Че, перерыв или че? Че мы? М? Перерыв или что? Не понял. Ну, перерыв сейчас? Да, курим 3 минуты. Да, Женек, прикинь, вот это дагер из Фрей дагер, да, ебать? Рок, для тебя это... У нас нету, допустим, как таких классов, как маг, рок там и так далее, хантер, у них нету офспека. Если тебе нужна она в комбата, ты берешь ее за фул. Если не нужна, то нет. У тебя других нету вариантов, как у меня на маге. То есть я себе в хасту ролю за фул ЕП, ой, за фул ГП и на крит шмотки на фаера, да, хотя и как бы играю в аркане. Ну, кстати, этот, надо будет этот вопрос обсудить, Саня. Это как да бы... не надо ничего обсуждать. Пусть так оно и есть. Просто типа, офспек это спек, который, ну, либо ты хил меняешь, да, либо ты танк, то есть, либо ты ДД. Вот, вот и все. То же самое, неправильно. Например, тебе шмотка, например, нужна, хочешь там на аркан себе взять, у тебя main fire, ну, к примеру. Ну, что, блядь, ты ее будешь плавать? Если она никому нахуй не нужна, будешь брать ее за фулл ХП, блядь, на офспек себе. Не, если она никому не нужна, прям, да. Ну, неправильно. Ладно, джив составлю, кому надо, чините. Сейчас био быстро отскочу. Сейчас на минике затестую, блядь, мутика нахуй. Че, работаем, не? Тишо. Блядь, 50% крыта. Нихуя себе, блядь, я пацан, блядь. Ты ж в туалет пошел. Да сейчас. А он так же, как и ты, блядь, отходит. И у меня, блядь, утка, нахуй, я сыкаю под себя, нахуй.
Какая, блядь, пуха упала? Треша, что ли, упала? Да с бота, блядь, на ловкость пуха, походу, это упала. Видишь? Дробяшка, что ли? Она как бы в левую руку, правильно же я дал? Она 1.5. Левая рука. Все по сути. Вторая цифра. У тебя, ну, пушка в правую руку за фул идет. Да. В левую за половину. И которая, ну, стрелковая тоже за половину. Ну, по второй цифре. Не за половину, по второй цифре. Например, ханты для дальнего боя берут за фул ГП, за, а этот, ну, левая, правая, там, в ручку берут за пол ГП. То есть другая цена. Че, мы работаем по трэшу, или вы там это, писикаки делаете? Я тут, артстайл, давай, тогда ты на пачке. Войд выдергиваешь одного и отводишь в сторону. Подожди. Вот види, а сюда, тут же их починили, не? Их починили, их надо просто отвести и все. Ай, ну отводи. Да, так бы еще похилить, а Войд было бы нихуя, кстати. А я не знаю, зачем отводить. Просто может вырасти и леща будет. Да. Еще б кнопкам привыкнуть.